Всем привет, дорогие друзья! С вами Кристиан Блэк, это еще одна серия Don't Starve. Так, нам нужны семена. А еще больше, нам нужны саплинги, поэтому за ними мы и пойдем. А потом заплывем сюда и возьмем немножко травы. Нам нужна трава. Насколько я помню, траву нужно фертилизировать, но поскольку у нас небольшая степь под боком на моем острове, скажем так, это не составит труда. Блин, ключевая фишка этой игры в том, что, ну вот, именно этого дополнения в том, что нужно повсюду искать еду. Еда, еда, еда. Кругом нужна еда. Причем, как ее добывать, не всегда понятно. О, спасибо. Мне как раз были нужны семена. Вооружимся лопатой. Первый саплинг. Саплинг мне не надо фертилизировать, и так. О. Это типа кролики. Крабы. Еще есть саплинги? Да, есть эти. Просто надо все, что можно, собирать и складировать на своем острове. Уже 3 саплинга будет в неделю, получается. Я не помню период их роста. Это ты такие звуки знаешь? Он. Ну ладно, в любом случае мне понадобится сундук. Блин, я не ожидал, честно. Тупой. I'll destroy. Что? Ладно. Блин, теперь я не могу не слышать эти звуки, которые ты издаешь. Ау, тихо. Плота хватит еще надолго. Поэтому можно не переживать по этому поводу. Немного саплингов. А где еще есть саплинги? Тут есть саплинги, не видно. А зато тут есть рыба. А, тут мангровые заросли, тут магмовые. Мангровые. Блин. Нам туда надо. Ой, ладно. Хрен с вами. Думаю, к ночи доберемся до дома. Тупая волна. Нам бы еще парус поставить. Может, нормальную лодку когда-нибудь сделаем. Ключевое слово когда-нибудь. Да, давайте еще сокровища выроем. Будет отличная серия, по крайней мере, будет ее название. Сокровище с Кристианом Блэком. Опять эта фигня. Тоже это слышали? Странный такой звук. Что тебе нужно? Я могу, кстати, убить их, у меня есть 3 гарпуна. Но я их оставляю на крайний случай. Вот вы слышите это? Ай, блин. Да уйди ты нафиг. Ай. О, H2O. Empty battle не нужен. Я знаю, что можно сделать подзорную трубу, но поверьте мне, фигня. Ладно, до дома хватит. Пальмовое дерево. Блин. Да хватит вы.
для начала. У меня вообще есть еда? Нет. Моя еда. Почти на месте. Угу. Твою мать! Ладно. Чест тоже хорошо. Чест можно, не знаю, забрать. Наверное. Не бейте моего... Надеюсь, ты живучий парень. Подожди, я еще молот сделаю. Только я не могу его сделать. Еще два. Мои семена. Блин, это я уже не заберу, походу. Вечер короткий. Потом, пожалуй, 9 саплингов будет самый раз. Я не могу никак. Используется чертов точь. Я слышу странные звуки порой. И это издает не он. Как будто какие-то дикари орут. And I don't like it. I'm so hungry, I know. Возможно, это мой низкий рассудок. Я ведь могу сделать бритву потом, рейзер. Да. А, все еще полнолуние, тогда можно не париться. Не видно было. Блин. Мой плод разрушается на глазах. Какие же неудобные эти волны. Игра стала хардкорнее. Вот что я могу сказать. Фак. Да-да, это такие милые тут. Вообще надо бы его убить, по-хорошему. Почему они до сих пор? Почти исследовали, а прикиньте, тут буфало. Но нет. Удобно, блин, а? Да иди ты нафиг, пожалуйста. А Вилсон как будто в упор не замечает. Надо что-то делать с моей... бедой. Ибо дольше так продолжаться не может. В принципе, что тебе надо, а? Уйди. Может, убить его? Так, ты что такое? Где мой топор? Давайте готовить.
О, ягодки. Хорошо, уже немножко. Хоть какое-то пропитание. Мне нужен казан. Что за фигня? Вот вы опять видели? Это уже второй раз на моей памяти. Если я не убью их, то умру сам. А с другой стороны, я не смогу от них убежать. Потому что они быстрее меня. А ну вот этого одинокого возьму. Ага. Ах ты ж... Серьезно? Ау. Продолжайте, мне нравится. Вот тупые гады. За тот факт, что они кидают свои какашки и сами же их подбирают. Блин, их озвучка меня просто убивает. Цветочки. Идите вон нафиг. Что с моим рассудком? Понимаю, что он низкий, но он уж слишком низкий. Теперь они от меня не отстанут. Да, здесь действительно evil. 100% эта игра меня готовит еще к чему-то, потому что вот это тут один шаг, не знаю чего и к чему. Вроде тупой звук прекратился. Ням. Опять! Возьми. Это что, новый вид гончих? Что? Что это? Па-бам! Рассудка-подниматель. Оу. Окей, кто-то разрушил. Стор. Угу. И к тебе еще камни. Даже гнить будет полезно. А на эти цветочки оставлю на худой конец. Как-то исследуем свой остров. Бегаем от макак. Сюда иди. Теперь пусть бегут за мной. И агрится на макак. Идеально. Перфект. Давай. Да не на Честера агрись, а на макак. Они... Почему никто не агрится на макак? Они же такие противные. Серьезно. А, с желудком совсем все плохо. Окей, что я набрал? Дублон. Мой дублон. Блин, опять. What the hell is that? Это не осьминог. Почему? Хотя бы потому, что...
меня. Ням. Never mind. Все, уйдите. Мне пора жарить мясо. Наверное, поэтому вы здесь. Are you fucking serious? Наверное, чем больше у меня еды, тем больше они агрятся. Не знаю, не знаю. Но долго так продолжаться не может, кстати. Так ведь это все восстанавливаемые ресурсы. Я могу столько этих фигней наделать. Так, а я могу сделать еще одну? Ну, в скором будущем, да. Как же вы бесите. Ладно. На этом я закончу эту серию. Всем спасибо за внимание. Всем пока.